Мне пришлось за свою жизнь наблюдать довольно много праздников, которые были придуманы в нашей советской стране. День торговли, день милиции, день радио, день печати, ну и так далее, и так далее, и так далее. Какая-то часть праздников перешла и в нашу сегодняшнюю жизнь. Мне кажется, что не надо останавливаться на достигнутом, надо придумывать новые праздники. Я предлагаю на ваше рассмотрение праздник под названием «День обрезания». Я предложил бы сделать подзаголовок этого праздника «Высшее обрезование». Я начну с анекдота. Диалог рядом стоящих в общественном туалете. Я извиняюсь, вы еврей? Да, что? Я так думаю, что вы из Одессы? Да, но скажите, и вам делал обрезание Ребе Коган с молдаванки? Так и да. Откуда вы знаете? У Ребе Когана было косоглазие, и он резал наискось. А вы писаете на мои ботинки. В аптеке у вас есть кошерные контрацептивы? Конечно. А чем вы докажете, что они кошерные? Так они же обрезанные. День обрезания. Я прошу у вас внимания, заодно меня простить. Я про праздник обрезания попытаюсь объяснить. Чтоб сомнений не ведать, смысл события понять, нужно у себя обрезать или проще обкорнать. Пусть покажется кошмарной, сердцем истину прими. Он и так не шланг пожарный. Резать жалко, черт возьми. Веселее обрезать ноготь, волос, ухо или нос. Так зачем с размаху трогать, что почти не развелось? И особо непонятно, хоть всю жизнь ищи ответ. Вот не нравится. Обратно отрастает или нет? Хорошо бы знать заранее для покоя своего. Можно ли сделать пришивание, если в случае чего? Сей вопрос не крик убогих, для неглупых не секрет. Кроме этого у многих никаких талантов нет. Перекрой дорогу страху, обрезаясь, не тужи, ты особенно не ахай. И на праздник положи